Thanks. Начнем мы, конечно же, с завтрака, и мы с вами приготовим кашу киноа со вкусом вишневого кекса. Нам понадобится, собственно, сама киноа, немного льняных семян, любое растительное молоко, корица и какао-порошок, обязательно экстракт ванили или хотя бы ванилин, ягоды, клубника и обязательно вишня, сухофрукты и орехи, всего лишь половинка банана, семена чиа, которые я заранее замочила в растительном молоке и оставила в холодильнике на ночь, конопляные семена, которые богаты омега-3 и 6. Также мы с вами приготовим чай матча, для этого нам понадобится вот такой бамбуковый венчик и лимон и имбирь для полезного утреннего напитка. И это все ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления завтрака. Киноа я залила водой и оставила в холодильнике на ночь. Благодаря этому ее польза будет усваиваться гораздо лучше и приготовится она гораздо быстрее. Сливаем лишнюю воду, и после этого можно еще раз ее промыть, чтобы она была максимально чистая. Добавляем 2 столовые ложки льняной муки, это добавит протеина нашей каши, затем 1 столовую ложку какао-порошка, это добавит шоколадный вкус, немножко корицы, в маленькую кастрюлю добавляем примерно 200 мл растительного молока, на плите доводим его до кипения и уже затем добавляем нашу киноа. Очень тщательно перемешиваем, потому что льняная мука имеет свойство слипаться. Смотрите, чтобы не было никаких комочков. И в то время, пока киноа варится, мы займемся начинкой для нашей каши. Для этого мы нарезаем банан, сухофрукты. Я люблю нарезать все очень мелкими кусочками, так получается гораздо вкуснее. Орехи я тоже разламываю руками, какие-то орехи я нарезаю ножом на более мелкие кусочки. Теперь я беру немного вишни и разминаю ее ложкой для того, чтобы потом добавить ее в кастрюлю. Так она даст киноа весь свой сок и наполнит ее насыщенным вишневым вкусом. Орехи и сухофрукты готовы. Тщательно перемешиваем киноа. И затем добавляем нашу размятую вишню сразу в кастрюлю и еще раз тщательно перемешиваем. Теперь добавляем ванильный экстракт. Я добавляю примерно половинку чайной ложки. Равномерно все распределяем и оставляем вариться примерно на 10 минут, периодически перемешивая. А пока займемся нашим полезным утренним напитком. Берем лимон. На одну кружку я нарезаю примерно 3 дольки. Теперь берем имбирь и на мелкой терке натираем его сразу прямо в кружку. Чем больше будет имбиря, тем, конечно же, полезнее. У меня в итоге получается где-то примерно 1 столовая ложка вот такого тертого имбиря. Заливаем кипятком. Лимон можно подавить ложкой, чтобы он дал больше сока и пользы. Накрываем кружку и даем настояться хотя бы 10 минут. Пока готовится киноа, давайте приготовим мой любимый японский чай матча. Для этого нам понадобится вот такое ситечко для того, чтобы просеять чайный порошок. Настоящая качественная матча – это очень-очень мелкий порошок. Чем мельче, тем лучше. Заливаем кипятком и бамбуковым венчиком тщательно все взбиваем до образования вот такой пышной пены. Тем временем нарежем ягоды на вот такие небольшие дольки для красивой сервировки. Когда киноа уже готова, она имеет примерно вот такую консистенцию.
Вы всегда можете дополнительно добавлять воды, чтобы она не подгорала. Я люблю, когда она чуть более жидкая, поэтому я всегда добавляю воды до вот такой консистенции. Выкладываем киноа в тарелку с фруктами и орехами и перемешиваем все, чтобы равномерно все распределилось. Берем семена чиа и ложечкой выкладываем их на одну половину тарелки. Конопляные семена добавят еще большей пользы нашему завтраку. Высыпаем их на другую половину тарелки. Теперь выкладываем ягоды. Для меня это такой творческий, креативный процесс. Получаю полное наслаждение, когда красиво оформляю свой завтрак. Я считаю, что кушать всегда нужно красиво, но завтрак для меня это всегда что-то особенное. И вот что у нас получилось. Ванильно-вишневое киноа с бананом и орехами, с семенами чиа и ягодами по вкусу напоминает мне 100% какой-то вишневый десерт. Каждое утро я пью зеленый японский чай матча и просто его обожаю. И вот так выглядел сегодня мой завтрак. Здесь у меня лимонно-имбирный напиток. И также каждое утро я всегда пью витамины. Ну что, приятного аппетита! На обед я хочу поделиться с вами своим одним из самых любимых рецептов. Это запеченный батат и хумус. Начнем со сладкой картошки. Берем вот такую губку и тщательно промываем кожуру, так как в итоге мы ее счищать не будем, мы ее оставим. Также я хочу запечь оставшуюся у меня тыкву. Из специй нам понадобится черный перец, итальянские травы, базилик и куркума и немного оливкового масла. У батата я отрезаю кончики, так он будет гораздо лучше пропекаться, и разрезаю его ровно пополам. В принципе, можно запекать его и целиком, но я люблю добавлять различные специи, поэтому я всегда разрезаю его на две части. Сбрызгиваем форму оливковым маслом, равномерно распределяем и сразу же выкладываем туда батат. Здесь я добавляю тыкву, чтобы они запекались вместе. Затем сбрызгиваем оливковым маслом сверху наши овощи, посыпаем специями, итальянскими травами, куркумой, базиликом и черным перцем. Берем обыкновенную вилку и равномерно по всей поверхности протыкаем картошку, для того, чтобы она лучше пропекалась. Это совершенно не сложный рецепт, но батат получается очень ароматным и вкусным. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. В зависимости от вашей духовки, готовьте его до полной мягкости, чтобы его легко можно было проткнуть вилкой. Теперь переходим к хумусу. Нам понадобится нут, вареные овощи, тыква и морковь, лимон, чеснок, немножко орехов, грецкий и кешью, зелень, из специй кориандр, черный перец, итальянские травы, куркума, пищевые дрожжи. Так как хумус это что-то среднее между паштетом и овощной пастой, рецепт очень простой, мы просто складываем все в чашу блендера и перемешиваем. От овощей можно также добавить бульон, добавляем нут, чеснок. Лимон я добавляю именно целиком, целый лимон, а не только сок лимона. Так получается гораздо вкуснее. Разламываем орехи, добавляем специи, куркума, кориандр, итальянские травы, столовая ложка пищевых дрожжей и взбиваем. Рецепт хумуса – это тоже абсолютно творческий процесс. Вы можете добавлять абсолютно любые овощи, любые специи. Я просто делюсь с вами своим самым любимым рецептом. Взбиваемся до однородной консистенции и выкладываем в тарелку. Распределяем, украшаем и готово! Хумус может храниться в холодильнике до 3 дней, поэтому можно заранее приготовить его и кушать постепенно. И давайте начнем оформление нашей полезной тарелки. Берем листья салата, наш запеченный красивый батат, фалафели, рецепт которых уже есть на моем канале, брокколи, вареная свекла, зелень, болгарский перец, веганский сыр, у меня вот такой бутербродный, очень вкусный, конопляные семена и, конечно же, наш хумус.
Нарезаем листья салата и выкладываем их на тарелку. Сверху кладем батат. Берем болгарский перец и нарезаем его на вот такие вот маленькие палочки, чтобы было удобно макать в хумус. Выкладываем на тарелку. Теперь свекла. Нарезаем веганский сыр. Я нарезаю его на вот такие небольшие прямоугольники и постепенно выкладываем все ингредиенты на тарелку. Брокколи, наши фалафели и сыр. Добавляем немного зелени. Вот такая красота у нас получается. Добавляем немного конопляных семян и готово! Такой здоровый, яркий обед насыщает ваш организм полезными веществами и дает ему энергию. И здесь балансированы белки, жиры и углеводы, и здесь полно витамин. И это просто очень и очень вкусно. Я просто обожаю макать овощи в хумус. А еще можно взять листок салата, положить на него фалафель, добавить хумуса, положить немного зелени, завернуть и кушать его прям так. Получается очень вкусно. Ужинаю я всегда обычно чем-то простым, но очень вкусным. Я покажу вам рецепт авокадо тако с тофу. Для этого нам понадобится один большой лист такой красивой пекинской капусты, 4 столовые ложки хумуса, половинка авокадо, 30 грамм тофу. Я люблю обычный простой тофу, без каких-либо добавок, в нем гораздо больше белка и он полезнее. Немного семян конопли и копченая паприка. Берем пекинскую капусту и отрезаем 2 таких больших кусочка прямоугольной формы, для того, чтобы было удобно заворачивать в них наши тако. Нарезаем тофу. Я обычно тоже нарезаю на такие небольшие прямоугольные кусочки, чтобы они поместились. Хороший спелый авокадо мы разрезаем ровно пополам, прокручиваем, и у нас получается 2 вот такие красивые половинки. Нам понадобится только 1. Очищаем кожуру. От спелого авокадо она должна очень легко отходить. И нарезаем на такие тонкие полоски. Отставляем в сторону. И давайте начнем наполнять наши тако. Сверху мы выкладываем хумус. Оставляйте один краешек свободным, чтобы им можно было потом завернуть. Затем выкладываем кусочки сыра и сверху авокадо. То же самое проделываем и со вторым тако. Я просто обожаю это сочетание хумуса, веганского сыра и авокадо. Это очень вкусно, и зеленый лист салата сочетается с ним просто идеально. Аккуратно выкладываем кусочки авокадо, посыпаем конопляными семенами и копченой паприкой. Она придает всему очень такой классный пикантный вкус. И, в общем-то, готово. Та-дам! Вот такая красота у нас получается. И также по вечерам я всегда кушаю пребиотики. В данном случае это квашеная капуста. Пребиотики помогают нашему кишечнику хорошо работать. И наш ужин готов. За счет хумуса и тофу этот ужин богат белком. Авокадо дает полезные жиры. Квашеная капуста – это полезные пребиотики. И пекинская капуста – это необходимая клетчатка. Обычно я накрываю начинку сверху и заворачиваю его вот в такое красивое тако. Это очень просто и очень вкусно, обязательно попробуйте. И в качестве бонуса делюсь с вами своим самым любимым десертом, которым я иногда заменяю ужин, шоколадно-ягодный смузи-боул. Нам понадобится клубника, половинка банана, немного семян чиа, замоченных в растительном молоке, какао-порошок, конопляные семена, немного растительного молока. И рецепт очень простой, мы просто смешиваем все в чаше блендера, наливаем растительное молоко, чем меньше молока, тем более кремовая получается консистенция, и тщательно все взбиваем до однородности. Вот такой красивый цвет у нас получается. Клубника и банан просто невероятно пахнут, и в сочетании с какао это очень-очень вкусно. Переливаем все в красивую тарелочку. Сверху выкладываем семена чиа, посыпаем конопляными семенами, нарезаем клубнику, красиво оформляем, и наш супер вкусный и супер полезный десерт готов!
Здесь нет никакого сахара и лишних добавок. Нет ничего вкуснее сочетания сладкого банана и шоколадного вкуса какао. Я люблю в свой смузи добавлять вот такие пшеничные отруби. Они добавляют дополнительные пищевые волокна и очень классно хрустят. Рекомендую. Это были все мои рецепты того, что я ем в течение дня. Я надеюсь, вы обязательно попробуете хотя бы один из этих рецептов, потому что это все очень вкусно, и я хочу, чтобы вы это попробовали. Спасибо большое за просмотр. До встречи!